Рекорды киноискусства озвучили в Лондоне. Знаменитая BAFTA назвала лучшие фильмы, по мнению Британской академии кино и телевизионных искусств. Среди претендентов на престижнейшую английскую кинопремию были такие ленты, как «Гравитация», «Филомена», «Афера по-американски». Но первое место британские критики отдали картине «12 лет рабства» режиссера Стива Маккуина. Лучшей актрисой признана Кейт Бланшетт за роль в фильме «Жасмин». Добавлю, кинофестиваль в Великобритании считается своеобразной репетицией вручения «Оскара», который в этом году пройдет 2 марта.